Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Погода прекрасная, красивая, что уже третий, четвертый день хочется выйти и никак не выхаживать. Но сегодня набрал сил, кое-какой вопрос надо решать, мне надо выйти. Поэтому решила с вами поздороваться, пожелать вам хороший день, хорошее настроение. У кого плохие настроения, бывает, у всех это бывает. Но я вам от души желаю, чтобы всегда... Побудьте хорошим настроением и всегда, чтобы мысли у вас были хорошие. Надо всегда думать о хорошем, чтобы оно тебе возвращалось хорошим. Вчера очень много писем читали и даже голосовое сообщение отправили. Даже из Узбекистана народный артист Галочка говорит, недавно подписалась. И вы знаете, говорит, у меня когда нет настроения, а Руся, я захожу к тебе и смотрю, что ты делала, сколько я пропустила. И я после этого хочу стать, работать, жить хочется. А вы знаете, столько спасибо и письма, сколько я получила, пишет мне. Тетя Руся, спасибо тебе. То, что ты делаешь для нас, пусть тебе вернется стократно. А я хочу вам сказать, дорогие мои, не стократно мне вернется, а тысяча много раз кратно мне вернется, потому что вы просто не представляете, столько писем я получаю. Спасибо, тетя Руся, вы у нас настроение поднимаете. А вы знаете, как мне это приятно? Еще раз хочу спасибо сказать всем, кто смотрит меня. И это очень много. Я это не ожидала. Дай Бог вам здоровья. И Бог всегда, чтобы с вами было. И со мной, конечно, чтобы вы со мной. Чтобы в сегодняшние дни я радуюсь не только со своей семьей, а еще с такой большой аудиторией я каждый день общаюсь. Хочу вам сказать огромное вам спасибо. А еще знаете, что хочу? Вчера немного, но несколько людей были, которые писали, ой, это не хаджарские хачапури. Если честно, я не была в Грузии и даже не видела, как они готовы, только в интернете я видела. А то, что я, моя глаза видела, как моя свекруха готовит, она была в Грузии, у нее племянники или родственники были, она сама оттуда, это хаджарский, они бывают разные. Поэтому то, что я учила, вот то и готовлю. И для нас это очень было вкусно, и очень она вкусна, но просто вы попробуйте, она просто таяла во рту, хрупкая, я должна его открывать. И масло положить, и яйцо сырое туда. Потом после этого не вставляешь. Это такой аджарский. Есть, который яйцом вставляет. Это тоже я знаю. Но я привыкла к этому. Мы, даже если остается... Мы все только так любим. Мы только так любим. Даже если остается, туда-сюда вечером уже ничего, ни пиццу, ничего не осталось. Каждый люди, столько и мыслей. Готовить по-своему. Так что здесь нельзя обсуждать. Хорошо, неплохо, или оно бывает разновидности. Хачапури аджарские разные, так, другие хачапури, слоеные тесто разные. Так что кто как может. Заходите, но я там некоторые минуты Инстаграм люди видели, поэтому они знают. А еще хочу вам вопросы задавать. У меня недавно была профессиональная съемка, где мы готовили краб. И вот это гребешки. Хотелось узнать ваше мнение. Мне снимали профессиональный, а есть еще мы Инстаграм поставили, который Света мне снимала. Хотела ваше мнение знать. А где вам нравится, который профессиональный для Ютуба, или где моя Света мне снимает? Я хочу делать так, как вам нравится. Жду вашего ответа. Удачи вам, желаю вам хороший день, хорошее настроение. Я вас очень-очень люблю, и я всегда с вами. Пока я пришла, у меня невеста столько готовила. Ну, внук старший ходит и говорит, бабуля, вчерашнюю пиццу хочу. Я говорю, опять? Он говорит, да. Я это вкус не могу забыть. Хочу опять повторить. Вообще нет. Я говорю, сейчас 5 минут и готовлю. Вот сейчас тесто сделаю. Вот представьте, что это такое, что у тебя внук хочет. И бабушка скажет, нет, мне лениться. Хотя я сегодня как-то такая ленивая. То ли погода, то ли что, я не знаю. Сейчас быстренько сделаем. Еще, может быть, что-нибудь намутим, да, со Светкой, что-нибудь. Посмотрите, какое у нас тесто получилось. Хочу показать. Это тесто универсально. Можно сделать все то, что хотите. Я сегодня попробую несколько видов показать этих тест, что я могу делать. Не только пицца, не только хачапури. И сладкий пирог, и сосиски с тестом. Что у вас в мысли есть в голове, что помешается? Что мы будем сейчас делать? Смотрите.
Видите, что творится? Смотрите, какое тесто. Сегодня мы делаем очень маленький шарик. Мини-пиццу сделаем. Небольшие. Смотрите. Как-то я маленький, не умею даже. О, я привыкла, все, бол-бол. Вот такое. Сейчас придумаем, что с этими шариками, тестами делать. Сделаем мини-пиццу. И что будет еще дальше, увидимся. Покажу. Дорогие мои, посмотрите, у нас получилось только шары на одну порцию. Вот делала тесто. Не читала, сколько у нас. Мы сегодня делаем мини-пиццу. Сделаем сосиски тесте. Вот я уже подготовила, что наши дети любят. Но пока надо тестом дать выходной. Пока надо тесто дать отдохнуть. Сразу ничего. Вот самое секрето здесь, что не надо спешить. Дать отдохнуть. Встретимся через 10 минут. Еще интересненький такой. Делаем сосиски в тесте. Вот так берем. Вот так. Вот так режем красиво. Замануха детей. Ставим то, что они любят. Смотрите. Просто так. Посмотрите, что здесь такое. Просто крутим. Все. И вставляем сюда. Смотрите, какая красивая. Даже каталок мне здесь не нужно. Каталки. Делаем просто вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Берем наши сосиски, которые дети любят. Вот так крутим. Смотрите, какая красивая получается. Красота. Получилось вот такое. Сейчас закрою, пусть она тоже подойдет. Делала одни яйца и чуть-чуть молоко. Сейчас намажем, чтобы они блестели. Можно чисто яйцо, можно чисто мацу. Кто что любит. Ну, мы прочитали, нужно один яйцо и чуть-чуть молоко. Ну все, дорогие мои. Печка готовая, тепленькая. Она быстро будет. Будем ждать. Мини-пицца. Чуть-чуть масла. Я думаю, каждый может индивидуально взять и кушать. Ой, какие красивые они, смотрите. Как будто такая работа ювелирная. Смотрите. Очень даже красиво. Смотрите, хачапури, если без ничего. Можно яйцо туда и все. Да. Великолепный завтрак. Смотрите, как красиво. Здесь майонез и томат. Добавляем сыр. Что дальше идет? Колбаса. Мини-пицца. Детям вообще хорошо. Помидорчик. Ну и такой сыр еще добавим. Я считаю, у нас пицца уже готова на печку. Это что у нас свет? Цитрон. Я не знаю, как по-русски. Гугль делайте, будете знать. Нечто необычное. Вот смотрите, какой пицца, мини-пицца у нас получилась. Сейчас у меня сосиски готовятся, а потом пойдет пиццу загорать. Какие помпушки растут у меня, вы посмотрите, прям нарисованы.
На кого они похожи? Конечно, хозяйку. Сам себе не хвалю, кто мне хвалит? Вот так, смотрите, а это мне как они нравятся. Еще раз такую пиццу сделаю, и у нас тесто вот, что остается. Вот, я думала, много, нифига ничего не много. Снимаем уже у нас ландрасики мои, ландрасики! Вот как они красивые. Вот как она красивая. Да-да-да-дам! Какая красота у нас получилась. Сосиски с тестом, пожалуйста. Прям нарисовано, что сказать. Тесто универсальное, можно печь все, что хотите. Что здесь секрета? Самое главное, готовить с любовью, дорогие мои. Ой, как они красивые. Ну надо же, а? Ну надо же. Ну как не хвастаться, а? Как не хвалить? Пицца, 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 а ну чёрт, пицца, 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 а ну зачем хвастаться? Сейчас сделаем большую пиццу. Смотрите, какая у меня тесто. Света, посмотри. Видите? Это нам надо делать пицца. Тоненький-тоненький. Такое тесто, это просто... Кто-то пушистый любит, кто-то не пушистый. На вкус и цвет товарищ нет. Самое главное здесь роль играет сыр. Мы сделаем то, что едят наши дети. Перец, помидорчики, сочный, красивый, колбасы. И пицца пойдет сейчас в духовку. Vai, Chutorin! Дети, все со мной! Смотрите, как такую пиццу вам в ресторане подадут? Нет, конечно. Вот она пойдет в духовку. С любовью, дорогие мои. Кусочек теста осталось. А что она будет остаться? Ни туда и ни сюда. Это у нас какое тесто осталось вчерашнее? Я думаю, нам надо что-то делать. Вот так. Вот так поставим. А мы поставим два. Раз. А мы поставим вот так два, чтобы не было одинаковый. Такая последняя у нас тесто.
Готовьтесь любовью, дорогие мои.